Я очень благодарен вам, что вы выбираете, практически уже выбрали свою профессию, это защищать нашу Родину. Сегодня наша Родина действительно нуждается в крепких, сильных парнях. Будущее нашей страны зависит от вас. И то, какими вы будете, как вас воспитаем мы, ваши преподаватели, так мы дальше и будем жить. Поэтому хотелось бы вас наставить на путь спорта, на путь здоровья, на путь трезвости и на путь знаний. Важно, чтобы Омский кадетский военный корпус сохранял лидерские позиции как и в области, так и по всей стране. В данный момент важно быть смелым, ничего не бояться. Сдаем мы нормативы такие, как 2 километра, 60 метров. Все это, конечно, на время. Кому-то легче дается то же самое метание мяча. Но для меня лично дается больше, лучший бег.